Инцентр. Сегодня у нас в виде обзоре набор инструмента WMC Tools, код товара 1040, набор на 40 предметов. Данный набор — это набор для домашнего применения, для каких-то небольших работ по дому. То есть вот домашний набор инструмента. Бренд WMC Tools — это белорусский бренд, но завод находится по производству инструмента в Китае. Это указывается на упаковке товара. Такая вот сверху идет накладка на кейс. И перейдем к комплектации. В комплекте идет набор гвоздодер. Длина его составляет 250 мм, вес 300 грамм. Ножницы. Рулетка 3 метра с фиксатором. Далее нож канцелярский со сменными лезвиями. Лезвия в комплекте не идут, то есть в комплекте только одно лезвие в самом ноже. То есть их нужно будет докупить. Пассатижи 155 мм, то есть небольшие. Набор часовых отверток, 4 отвертки, 2 шлицевые и 2 крестовые. Набор Г-образных ключей, 8 ключей шестигранных, держатели. Отверточная рукоятка 200 мм с магнитом под биты. То есть в наборе есть у нас 18 бит в держателе пластиковом. Выбираете нужную, вставляете, получаете отвертку. С комплектацией разобрались. Кейс у нас пластиковый, состоит из двух частей. Пластиковые зависы. Запирание набора осуществляется на также пластиковые защелки, такие вот горизонтального запирания. Сверху логотип инструмента. Вес набора составляет 1 килограмм 454 грамма. Ширина кейса у нас 31 сантиметр. Длина с рукояткой 19 и высота 8 сантиметров. Вот такой вот наборчик. Гарантия на инструмент из набора составляет 1 год, кроме бит. Биты — это у нас расходный материал. За подписку на канал, за оставленный комментарий получаете дополнительную скидку при заказе. Спасибо.